Но появилась у агрессоров надежда. Войска вагнеровцев ждет могучее подкрепление. На 80% решил, что пойду в ЧВК. Это Виджей Линк, так называемый трэш-стример. Йо, ты чё, Кирюх, не надо! Кирюх, ты чё делаешь? Эдакий современный шут, готовый за деньги провернуть под камеру любой идиотизм или даже жестокость. Ты самозванка, тюбаная сука! Ну что же, отличный опыт работы для будущего наемника Вагнера. Вот только, думаю, интересно будет его коллегам увидеть вот это. Слава Украине! Поддерживаю. Мир во всем мире. Наверное, теперь ему там сделают теплый прием.